Ռուբլու կուրսը կրկին նվազել է, հասնելով մինչև 27 լարի։ Համեմատած անցած շաբաթվա տվյալների հետ տարբերությունը շատ մեծ է։ Եթե հունիս ամսվա երկրորդ կեսին 1000 ռուբլին կարելի էր փոխանակել 33-ից 34 լարիով, ապա այսօր այն կազմում է 27 լարի։ Քաղաքի որոշ փոխանակման կետրոն այն կազմում է 30 լարի։ Իսկ թե ինչ ազդեցություն ունի ռուբլու հաճախակի փոփոխությունը, փորձեցինք պարզել այսօր։ Курс рубля понижение и повышение влияет отрицательно, конечно. Для людей это очень плохо. Но для этого надо экономика хорошо работать. Производство должен быть. И мир, самый главный мир. У нас, слава Богу, что есть мир. Понимаете? У нас в Грузии есть мир. Дай Бог, чтобы вечно был мир во всем мире. Знаете, по всем соседам надо урегулировать вопросы. Люди должны ходить свободно, понимаете? Это большие, ну, с большим сожалением, большие государства играют отрицательную роль для маленьких государств. Это плохо, конечно. Я надеюсь, что все будет нормально, хорошо, и мир будет, и процветание будет, и все народы, и все люди будут счастливо жить. Удачи вам!